Всем привет, с вами я, Соня, и вы на моем канале. Сегодня мы будем оценивать мои трейды за сегодня. Скажу, они были очень шикарные. Первое, мы летим в тот замок, потому что там все собираются. И тут же нам кидают трейдик, и это очень мало. Ну, она отказалась. В принципе, нормально. Кидаем этому чумаку трейд. Он соглашается, и давайте поменяемся. И это отличный трейдик, но я покажу еще, какие были трейды другие. Сейчас я трейжу с этим пацаном, и я скажу, это очень хороший трейд, потому что мне нравится больше коалы, чем панды. Он соглашается, ну и в принципе нормально. Конечно же, ставим за крутой. И сейчас я вам покажу, как я получила вообще этого пэта, панду. Ну и смотрите, я уже нарядила этого питика и жду трейдов. Ну а сейчас я покажу, как я получила панду. Сначала я затрейдилась на дракончика. Ну а потом я затрейдилась на грифона. Он, кстати, очень крутой, но я пожалела чуть-чуть. Но все-таки сейчас я не жалею. А дальше осьминог у меня был тоже, и я затрейдилась на коалу. Ой, ну, на пандочку. Дальше этот чувак отклонил трейд. Потом я хотела согласиться на этот трейд, но он отказал. Дальше мне предложили единорожку, и я тоже отклонила. Дальше мне этот пэт очень сильно нравится, только отклонил также. Ну, это безвопросно, я бы хотела согласиться. Дальше также я хотела согласиться, серьезно. Почему мне таких пэтов крутых показывают? Ну, об этом даже говорить не надо. То же самое. А тут чувак хотел мне дать совушку, но отклонил. Жаль. Дальше это крутейший трейд, но он отказал. Жаль. Я бы хотела этого дракончика. Дальше я отказала от этого трейда, потому что мне кажется, это мало. Дальше мне дает какая-то девочка петов. Это мало однозначно, но она все еще хочет дать. Ну и в принципе все. Если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я старалась. Пиши в комментариях свой ник, если хочешь со мной затрейдиться. И обязательно я тебя найду и можем затрейдиться. А всем спасибо за просмотр. Всех люблю и всем пока. Удачи.